Виктор Томенко представит руководству ЗАГС Собрания новую структуру правительства региона. Сегодня губернатор провел рабочую встречу со спикером АКЗС Александром Романенко, которому передал пакет документов. Их принятие позволит сформировать в крае новую систему органов исполнительной власти и обновленный состав правительства. Прежде чем такие решения принимать, окончательно их утверждать, надо будет посоветоваться. Некоторые пакет документов я о предлагающихся изменениях подготовил. Пусть сегодня нет законодательных основ для утверждения парламентом вот действующего правительства, это ваше право. Но то, что вы сегодня предлагаете нам вместе с вами еще раз посмотреть, обменяться мнениями, задать вопросы, я не сомневаюсь, что, наверное, они будут. Это дорогого стоит. В ходе встречи Виктор Томенко отметил, что практически полностью завершил работу по обновлению состава правительства края. Но прежде чем ее утвердить, предложил встретиться 15 октября с депутатами Краевого ЗАГС Собрания.